На Угорской академии бокса Лебзика успешно закончили спортивные сборы. Тренеры поощрили своих воспитанников дипломами. На церемонию награждения приехал и депутат Мособлдумы Александр Смирнов. Как и полагается гостю, не с пустыми руками, а с ценными подарками. Самый главный – сертификат на 3 миллиона рублей от Московской области. Сертификат мы вручили за то, что порядка 50 детишек из нашего города ходят в эту секцию бесплатно. Александр Борисович на свои деньги оплачивает тренеров, оплачивает аренду этого зала, оплачивает увлечение детей боксом. За это мы выражаем ему огромную благодарность. Мы будем поддерживать его проект во всех его начинаниях. В центре обучают боксу полсотни детей. Здесь не только химчане, но и ребята из других регионов России. К примеру, семья Слепцовых переехала с Урала. На базе тренируется их сын. Ради его победы им пришлось бросить все, но они нашли поддержку в академии. Их обеспечили бесплатным жильем, тренировки сына тоже бесплатные. И, как заявляет глава семейства, все оправдано. Результаты сына улучшились. Качественнее, что ли, ребенок стал боксировать намного лучше. Дисциплинированнее стал намного. Нисколько не жалеем. И большое спасибо вот Академии за то, что нам так вот помогает. После официальной части ребята смогли показать свои успехи в бою. Юные боксеры провели спарринги, в которых нет победителей. Но хорошо виден результат усердных занятий за все время подготовки.